12 сентября стадион «Западный» был заполнен болельщиками. Наши футболисты встречались с пензенской командой «Академия». С одинаковым упорством футболисты двух команд атаковали ворота друг друга. Сил, примерно, я считаю, они равны, скажем так. Но как, с каким настроем, будем стараться. В конце первого тайма рубиновцы все чаще начали создавать опасные моменты около ворот противника. Но и «Академия» в долгу не оставалась, отвечала тем же. Но задача кузнецких футболистов на игру – только победа. Нам очки нельзя вообще ни в коем случае терять, если мы хотим быть первыми, вторыми. Но у нас есть возможность первое занять, если обыграем в Каменке. Но помимо Каменки, вот эти игры, все на нас настраиваются до своей, возможно, до предела. То, чтобы с нами сыграть самый лучший футбол. Во втором тайме наши футболисты поднажали, и за 4 минуты до конца игры мяч оказался в воротах команды «Академия». И снова Дмитрий Гришин подтвердил звание лучшего бомбардира, забив свой 14-й гол в областном чемпионате. Сейчас Рубин готовится к отложенной игре с Городищенской командой, которая состоится 18 сентября в Кузнецке.